Вільний простір, неформатна розмова, щоразу новий ведучий. Жодних обмежень. Одна вимога – розмова, що має додану вартість. Перша студія. Доброго здоров'я, мене звати Юрій Макаров, я журналіст, і в якості другого гостя першої студії я запросив сюди психолога, фахового психолога-психоаналітика Світлану Шапошнікову. Добрий день чи вже вечір. Добрий день. От, яка, крім того, є волонтером фонду допомоги бійцям АТО та їхнім сім'ям «Коло». Що робить психолог, ми більш-менш уявляємо в загальних рисах, але коли йдеться про конкретну ситуацію, зокрема з бійцями АТО, то починаються конкретні запитання. Навіщо взагалі бійцям АТО психолог? Що ви лагодите або лікуєте? Мы столкнулись с такой ситуацией, что начали свою работу с просветительских мероприятий. Мероприятий с тем, что мы читали лекции, семинары вели, приглашали специалистов, которые рассказывали, что такое посттравматический синдром. Потому что наше общество сейчас находится в состоянии стресса. Стресс переживают бойцы, которые находятся в зоне АТО. Стресс переживают волонтеры, которые им помогают. Стресс переживают семьи, которые переживают, а в частности и эти семьи, они тоже волонтеры. Пані Світлано, надто абстрактно воно звучить, як для такої гострої ситуації. Ви знаєте, коли там вчасно не прийшов автобус, це для мене теж стрес. Mm-hmm. А тут ми весь час маємо, ми, точніше, ті люди, які на передовій, на фронті, вони весь час мають справу з, як це називається, російською пограничне состояние. Так. Тобто вони перебувають на межі життя і смерті. І це зовсім іншого рівня взагалі переживання і зовсім іншого рівня стрес. То от цей посттравматичний синдром після зіткнення зі смертю, після зіткнення з небезпекою, взагалі коли це поняття з'явилося? Это понятие появилось как реакция на любое стрессовое состояние. Если говорить про те события, которые происходят на востоке Украины, то есть зона АТО, это стрессовое состояние, которое характеризуется тем, что там взрываются снаряды, люди погибают, и люди переживают лишения своих. Они уезжают из этих зон, другие mm-hmm. зоны. И дети наблюдают те события, которые не должны в этом возрасте наблюдать и подвергаться опасности. И этот термин появился, посттравматическое событие, после того, как человек переживает любую травму, любое ненормальное событие, с которым его психика не может справиться. Ну, я ж кажу, є ненормальне і ненормальне. А я маю на увазі саме от ці граничні абсолютно переживання, які, зокрема, ви з ними стикаєтеся, наскільки я розумію, щодня в своїй роботі. Я, як журналіст, в ряди годи, коли людина сьогодні, в неї стріляли, да? Біля неї розривалися міни, її поливали градом. Вона не може там повернути голову, тому що знає, що там сидить за 500 метрів снайпер, який відразу мене да, зніме, мене не буде. Я закриваю очі своїм побратимам, з якими я щойно ділив хліб, і вони були найближчими для мене людьми, і сьогодні я з ним прощаюся, я його проводжаю на той світ. Це зовсім іншого порядку травма, перепрошую, да, що це я вам розповідаю. І зовсім іншого порядку, вочевидь, потрібні заходи для того, щоб людина з цим змирилася. В тому состоянии, в якому знаходяться бойці, у них включаються защитні реакції, которая эта защитная реакция говорит: ты должен сделать все, чтобы выжил. Угу. Эти бойцы делают все, чтобы выжить. Иногда они делают это большей частью неосознанно. Они включают какие-то свои дополнительные ресурсы, которые мысль одна.
я должен сделать все, чтобы выжить. Но когда они выходят из этой зоны, или когда наступает другое состояние, где включается осознание, что же я сделал и что я мог бы сделать, почему это происходит, то здесь уже включаются вот те пограничные состояния, когда человек находится как будто бы в двух реальностях. Угу. Первая реальность – я здесь и сейчас, и понимаю, что я выжил, и я сделал все, что можно было. Вторая реальность – он находится еще там и как будто бы проигрывает те события, и каждый раз себе говорит, а что же было, а что же произошло, а что я сделал не так, а что можно было сделать. И вот эти две реальности в человеке как будто бы функционируют параллельно. Они не могут встретиться, эти две реальности. И человек… Это стосується будь-якої людини, яка перебувала на фронті, зокрема. Ми зараз кажемо тільки про бійців, тому що це тема неосяжна. От мене зараз цікавлять ті, хто в мокрому окопі, чи зараз в, там, при мінус п'яти, сидить добами під вогнем. Який ще раз вопрос? Всіх чи касається? Ні, я маю на увазі, от зараз мене цікавлять тільки ось люди на фронті, безпосередньо, на передовій, угу. Да, в яких, які самі стріляють і в яких стріляють. Угу. Вони знаходяться в нестандартній ситуації. Їх ніхто не готовив з рождения, да, или, там, угу. То есть всю сознательну жизнь їх ніхто не готовив к этому. Мы имеем какие-то отрывочные события, что же происходит на войне, но никто реально не находился в этих событиях. Поэтому люди и бойцы, которые там находятся, они находятся в другой реальности, в которой они не подготовлены, они не знают, они не имеют опыт и должны самостоятельно принимать решения. Каждую секунду, каждую минуту они принимают те решения, в которых они не уверены, они не знают. Это для них первичный опыт, который они переживают. А до этого взагалі можно подготовиться? Ну, мне рассказывали случаи бойцы, когда они их на автомате учат, как только начинается бомбежка, да. По предварительному вот эту звуку, угу. Они кидаются и начинают в укрытие, бегут в укрытие. И вот, чтобы добежать до укрытия, у них есть 7 секунд. Если они успевают за эти 7 секунд, они спасаются. Если они не успевают добежать, они не спасутся. Поэтому у них на автомате их готовят, их тренируют по сигналу за эти 7 секунд тренуватися так, щоб добіжати до цього укриття. Ну, до цього це якісь практичні речі, це частина, перепрошую, військової професії, оця да. Виучка. От. А психологічно як до цього підготуватися? Чи це взагалі можливо? Підготуватися, вероятно, можна тільки тим, ну, тим способом, щоб понять и принять, что к этому можно подготовиться, лишь только укрепив какое-то свое верование, убеждение, нахождение каких-то своих ресурсов. Угу. И, наверное, осознание того, что люди могут встретиться с той ситуацией, в которой они не готовы, и они имеют право на любое решение, которое они сделают в этой экстренной ситуации. Гаразд. В такому, в масовій свідомості, можливо, не в нашій, а за кордоном, ось цей посттравматичний синдром стосовно власне війни з'явився після В'єтнаму, да? Після участі Америки у війні між Південним і Північним В'єтнамом у 60-70-ті роки. Після цього в Америці настало важке похмілля, і люди почали звертати увагу на те, а що, власне, ці ветерани відчувають, що вони переживають. Але в Америці було відчуття, що це була несправедлива війна, і американцям там не було чого робити. Сьогоднішні бійці АТО, навіть якщо вони там прийшли туди за призовом, а не за власною волею, а там, наскільки я знаю, половина добровольців, волонтери, ну, волонтери в сенсі, що вони добровільно пішли до військомату чи записалися до батальйонів, вони цілком свідомо
вони розуміють, що вони там роблять, від чого вони, чому вони воюють, чому, від чого вони боронять свою країну. Це ось це відчуття правоти, воно якось полегшує цю травму, має взагалі має значення. Оно имеет значение для того, чтобы те люди, которые находятся в этой зоне, они чували, как ощущали свою правоту в том, что они защищают свои семьи, они защищают свою территорию, они защищают свой уклад жизни. И это добавляет им больше силы, именно какой-то стойкости и психологической в том числе, и физической, и психологической. И, наверное, можно ожидать, что если по сравнению с американцами, которые участвовали в военных событиях, люди, которые защищают свою территорию, они, у них больше осознания, что они в этой войне участвовали, знаете, как добровольно-недобровольно. Угу. Это не их желание было, это их необходимость была идти защищать. Но те травмы, которые могут возникнуть и которые уже существуют, и те психические состояния, которые есть у бойцов, они, в общем-то, по симптомам не отличаются. Возможно, это будет иметь скорее плюс к нашей ситуации в том, что общество будет относиться к этим людям как к героям, и как больше будет уважения и, наверное, принятия. И их ситуации, их переживаний, их сомнений. И, наверное, возможно, общество более сплотится и начнет честно смотреть в глаза, что же произошло, что это вообще за события были, и, возможно, найти больше ресурсов для того, чтобы помогать этим людям и участвовать в их адаптации к мирной жизни. Вже, я так розумію, що це вже не сьогодні, а вчора треба робити. Да, безусловно. І як, скажімо, як поводитися цим людям? Я розумію, що ми не встигнемо прочитати лекцію чи цикл лекцій, але принаймні позначити якісь ключові точки. Як поводитися цим людям, які повертаються з фронту і розуміють, що вони дезадаптовані, що вони не знають, що їм далі робити? І як поводитися тим, кто с этими людьми стыкаются? Ну, первое, это всегда идет реакция, это отрицание. Люди, которые возвращаются оттуда, большей частью они отрицают, что их состояние отличается от нормы. А так. Мы понимаем, что первое, это принять то, что я действительно изменился. Угу. Я побывал в тех состояниях, в тех событиях, в тех мероприятиях, которые имеют отличаются от состояния нормальности. То есть это нормальная реакция на ненормальные события. Угу. И первое – это все-таки осознать, что я был там, где нормальный человек не может находиться, не должен находиться. Угу. И, вероятно, это как-то на меня повлияло. Первое... Тобто, перепрошу, я сам собі, я фронтовик, маю собі сказати, що якби це на мене ніяк би не подіяло, отоді я був би ненормальний. А якщо я потрапив в ненормальну ситуацію і у мене щось сунулося в моїй психіці, то це навпаки, це ознака того, що я таки нормальна людина. Що психіка нормально функціонує, вона реагує. Угу. Тому вона жива і, в общем-то, це нормальне состояние. Вопрос в тому, що перше, признати, що со мною щось відбувається, і це відрізняється від того, що было раньше. Второе – это понять, насколько катастрофические эти изменения, насколько это на меня сильно повлияло. Потому что если человек возвращается, у каждого свои ресурсы справиться со стрессом, с этими событиями. Если эти реакции продолжаются больше 2-3 месяцев, и психика не имеет тенденцию справиться с этим, или состояние не изменяется, только ухудшается, это бессонница, адаптация, замкнутость, или повышенная агрессивность, или потеря памяти, частично потеря памяти, или какие-то события, которые постоянно у вас прокручиваются в голове, и вы не можете найти там решение, они у вас идут как будто бы по замкнутому какому-то кругу, это звонок к тому, что, вероятно, вы сами не справились. Вам нужна помощь. И здесь вот помощь идет... Допомога?
фахового да, специаліста, психолога. Спеціаліста. При тому, що, ну, будьмо відверті, за межами певного такого просунутого, не дуже численного кола, візит до психолога сприймається як такі, знаєте, панські витребеньки. І щось таке, безумовно, негідне от міцного там, да, дорослого чоловіка. Значить, треба змирити гординю і сказати, що насправді мені таки треба до психолога, і він мені щось допоможе. Можливо, там не повністю, але щось він таки мені допоможе. Нужно понимать, что вообще помощь психологическая может быть оказана, психическая, может быть оказана на трех уровнях. Первый уровень – это семья и окружение. Угу. Как только боец выходит, он попадает и возвращается в свою семью. И вот здесь вот первая адаптация. Да? Семья принимает и воспринимает эти изменения. Она принимает человека, который изменился. С ним что-то случилось, и он изменился. Он уже пришел другим. И вот здесь вот 2-3 месяца, когда семья может помочь адаптироваться, пережить и участвовать в этих переживаниях. Далее, если это не происходит, это, возможно, уже помощь психолога, который на словесном уровне разбирает те события, то есть помогает человеку примириться с реальностью происходящей, то, что с ним уже случилось. И, в общем-то, не привести в норму эти состояния, так как требуется в обществе, а смириться с этими состояниями и найти другие пути функционирования, так, принятия. И уже третий уровень – это психиатрия, когда эти состояния требуют уже медикаментозного лечения. Угу. Когда не возвращается нормальный сон, то мы понимаем, что через 3 месяца – это уже граница, когда человеку просто элементарно нужно наладить напряжение, расслабление, то есть сон и питание. Ну, і психіатрія, це не має звучати аж так уже страшно, да? Я йду в психушку. Це, безусловно, це лише інструмент для того, щоб відновити свою життєспроможність, життєздатність. Безусловно, правильно? Да. Я думаю, что многие этого боятся, но сейчас столько и медикаментозного лечения, препаратов и специалистов, которые могут нормализовать достаточно, ну, медикаментозно, легкими препаратами нормализовать и сон, и питание, и реакции, которые выходят за нормы там, агрессивности или наоборот подавленные состояния, вывести из этого состояния. Для того, чтобы человек, это не лечение, это выход из определенных состояний, угу, для того, чтобы человек мог с этим справиться и осознать. То есть это дополнительная помощь. Угу. То, что суспільство поки що, здається, не усвідомило цієї проблеми. Що з цим треба робити? Малювати на парканах «іди до психолога»? Чи, ну, от, як ми з вами, там, виступати в пресі? Що ще? Чи їхати самим психологам, там, ну, можливо, не в самі окопи, а туди ближче до передової? Як ви взагалі ви бачите, ну, сунуть эту ситуацию с нуля? Мне кажется, она уже изменяется тем, что люди начинают интересоваться и приходить к нам. И, в частности, наш фонд и создал-то этот блок психологической поддержки, потому что очень многие интересуются, что же это такое, что же делать. И, в общем-то, вот это движение, первое, это осознать, что есть проблема. Угу. И это проблема, которая, ну, имеет место, она не может не быть. Если ее нет в этой ситуации, угу, когда люди находятся в зоне АТО и переживают, угу, эти события. То с тобой навпаки, то вот тоді с тобой что-то не так. Да. Правильно? Вот это первая, угу, стадия отрицания. То есть если ты не осознаешь это, значит ты находишься на первой стадии отрицания. На этой стадии ничего невозможно сделать, пока ты не примешь эту ситуацию. И первое – это, ну, просветительские мероприятия. То есть говорить о том, что это есть. Второй уже блок – это готовить людей, которые могут работать с этими проблемами. И сейчас у нас очень много специалистов зарубежных, и американцев, и израильтян, и из Британии, которые… Тобто якраз ті, які безпосередньо з цим досвідом стикалися в своїй практиці, розумію. А от, перепрошую, на рівні держави, ну, принаймні, от хоча б декларативно, щось робиться? Что-то происходит, но этого так мало, и, наверное, в общем-то, люди не знают об этом.
ну, в частности, я не могу сказать, что это происходит, и обращайтесь туда. Я могу только говорить, что в нашем фоне что-то происходит, и мы проводим это. Но на государственном уровне не делается того, что должно делаться бы. То есть ими информация и конкретная помощь, которая может быть и кому она должна доноситься. То есть это бойцам приходите туда, там делают это, или вам оказывают такую-то помощь. Или где-то в госпиталях, в других администрациях, где есть какие-то мероприятия, и они проводятся именно для того, чтобы людям доносить эту идею, что ну, есть эта проблема. Я как раз дуже боюсь, коли держава починає практично втручатися, бо там запрацьовують дуже зовсім різні механізми, але принаймні на рівні, скажімо, координації, на рівні сповіщення суспільства, що це існує, люди, зверніть увагу, це проблема, її так чи так якоюсь мірою можна вирішити. От ви зі своїми колегами, так само, вочевидь, волонтерами, ви якось підтримуєте цю горизонтальне спілкування? Да, безусловно. И, в общем-то, и наши программы для того и рассчитаны были, что волонтеры, психологи, помогающие профессии, медики, журналисты, они просто выгорают в этих событиях. И они имеют вторичную травматизацию. Если кто-то не находится в зоне АТО, это не значит, что они не переживают эти события. И мы общаемся и создаем внутри себя мероприятия, и говорим об этой проблеме, и находим пути решения, чтобы себя в первую очередь поддерживать. То есть все эти методы, которые мы рекламируем и которые доносим, мы первое испробуем на себе. На собі. Ясно. Я так розумію, що час у нас уже вичерпаний, але головне ми зробили. Ми принаймні там на хочу кричати, але ми б принаймні назвали цю проблему. Світлана Шапошнікова, психолог, волонтер фонду допомоги бійцям АТО та їхнім сім'ям «Коло». Дякую вам. Дякую, що були з нами, сподіваюся, не в останній, в першій студії.